Люди, человеки, что ж вы себя гробите? Я когда вижу у вас вот на этой дорожке беговой, что вы бежите в масках и в резиновых перчатках, кто ж вас так обманул, люди? Вы что, вы ж себя гробите? Вы ж себя гробите, вы свой иммунитет не только не повышаете, вы нарушаете естественные процессы восстановления и очищения вашего организма. Кто ж вас так обманул, люди? Не обманывайтесь. Не обманывайтесь, живите здорово. Дышите глубоко. Особенно вот сейчас, весной. Подставляйте кожу солнцу. Укрепляйте иммунитет. Я понимаю, сейчас об иммунитете не модно говорить. Сейчас говорят о других средствах защиты. Но самое сильное средство вашей защиты — это тот иммунитет, который дарован вам Господом. И, друзья мои, это часть вашего тела, вернее, его нормального функционирования. Да благословит вас Господь мудростью и разумением.